Здравствуйте, дорогие стрельцы! Это расклад для вас на неделю с 3 по 9 августа. Сегодня я записываю на природе, поэтому разные шумы, птички, собачки, петушки. Не пугайтесь. Расклад я оставила, как в прошлый раз, совет, антисовет, дом, семья, любовь, отношения, работа и финансы. Совет карт на этой неделе. Надо позволить чему-то, что уже, видите, пришло к естественному концу. Смерть – это естественный конец. Надо позволить этому уйти. Это может быть все, что угодно, от мелкого до крупного. И отношения с кем-то, и вещь какая-то, кресло, да, понимаете, это что-то, что вам дорого, скорее всего, чему не так просто помахать ручкой и сказать, ну и ладно. Нет, это что-то такое, что для вас ценно, дорого. Может быть, это давно у вас, вы к этому привыкли. Но то, с чем больно расставаться. Но надо позволить этому изжившему уйти из вашей жизни. Без суеты, антисовет, без суеты, без сомнений, туда-обратно, надо, не надо, буду туда-сюда все-таки метаться. Нет, не надо суетиться, не надо метаться, надо позволить жизни и всему процессу плавно и естественно течь. Дом, семья, король кубков, забота, внимание. Я думаю, что мужчины будут... Многие стрельцы, может быть, действительно готовить, я не знаю, заботиться, играть с детьми. Очень такая позитивная, положительная карта, эмоционально приятная. В любом случае, король кубков – это человек, который доволен тем, что имеет. Он испытывает эмоциональное удовлетворение, поэтому и женщины-стрельцы, я думаю, дома вам будет очень приятно, вы будете очень чем-то довольны на этой неделе в своем доме. Любовь, отношения, у вас прям король кубков, королева кубков. Любовь, отношения, королева кубков. Это тоже любовь, внимание, забота, где-то даже самопожертвование ради своего партнера, для тех, кто в отношениях. Опека, опять-таки, как и король кубков. То есть для семейных стрельцов, я думаю, неделя будет дома такая очень... Теплая, гармоничная, эмоциональная, много заботы, действительно, много заботы о детях. Для некоторых может быть известие о том, что у нас будет Ляля, потому что это карта беременности в том числе. То есть очень, очень приятная неделя. То, с чем нужно расстаться, это... Может быть, все что угодно. Это не обязательно имеет непосредственное отношение к постоянному партнеру. Это может быть что-то совсем другое. Какой-то другой человек. Потому что двойка жезлов у нас тоже карта своего рода метания между двумя партнерами. Порой. Может быть, надо перестать метаться. Может быть, надо как-то определиться. Да, тоже так может быть. Работа. Десятка пентаклей. Ну что это? Стабильная, надежная работа. Иногда даже может показаться, что немножко нудная. Уж настолько стабильная, что... Но, как и все традиционное, классическое, да, немножко может быть такой без фейерверков, но зато надежно. То есть эта неделя – это спокойствие, надежность и стабильность. Финансы – десятка кубков. Конечно же, это хорошие прибыли. Конечно же, это удовлетворение тем, что имеем, причем полное. Помните, в классической колоде Райдера-Уэйта там радуга, все семь цветов радуги, то есть полный комплект, вот такая эмоциональная радость. То есть, соответственно, я думаю, что все-таки финансово вы будете очень довольны. Что-то удастся. Вот-вот оно подходит к благополучному, к очень благополучному, успешному завершению на этой неделе. Вы уже видите, как это венчается успехом.
Так что, дорогие стрельцы, я желаю вам прекрасной недели, удачи во всем, наслаждайтесь жизнью. Пока-пока.